Добрый день, мои любимые зрители. Сегодня покажу, как делать вот металлическое тату. Я не знаю, как оно правильно называется, но судя по названию, металлическое тату, оно продается прямо вот так вот в упаковке. И здесь вот такая вот фотография, как это все будет выглядеть. Делается это очень быстро и просто. И сразу вот скажу, вот у меня на руке, это уже где-то неделю, я и мылась, и мочила водой, и купалась, и была на пляже. То есть оно не стирается, пока вы сами принудительным образом не стерете. То есть сразу скажу, что очень тяжело стирается. Я в одном месте стирала, то есть небольшой рисунок, это при помощи губки и какого-то мыльного состава только стирается. И сейчас я вам покажу, как это нужно сделать, потому что, ну, если вы будете делать, то тут нет перевода, я сама все это перевела и научилась, как делать. И покажу сейчас вам, как делать. Первым делом мы вырежем фрагмент, который нам нужен, и будем делать на руку вот такой вот браслет. Первым делом вырезаем этот фрагмент аккуратненько. И после этого нам нужно будет снять, здесь есть пленка. Снимаем пленку. Вот она пленочка. Сняли. И теперь перемещаемся в ванну. Нам понадобится губка и вода. Размещаем руку. Теперь нам нужно это все дело намочить. Мочи сама. Вот. Мочить где-то, наверное, секунд 30 со всех сторон. Влажно. Намочить, потом оставить на 30 секунд. Прижимая вот так вот все. Хорошо промочить, прям, чтобы оно так вот хорошо село. Снимаем. Вот она сама прям автоматически быстро снимается. Вот. Да, не видно. Вот такой вот тату. Довольно-таки интересная, веселая. Скажи, как это вообще делать? Нет, оно не обтирается, ничего. Длинные тату делать чуть-чуть посложнее, но самое легкое делать вот такие вот одинарные, наверное, вот объектами, да? Тебе какой нравится? Может, вот этот? Этот? Какой хочешь? Какой? Тоже так же все вырезаем. Давай сначала разместим. Давай руку сюда. Примерно куда? Сюда? Угу. И вот уже после этого снимаем пленку. Прикладываем. Иди намочи. Все, вот она татушка. Уже буквально через 5 минут, даже меньше, 2 минуты. Вот видите, как красиво. И вот на тело, особенно загорелым, вообще прекрасно смотрится. Ну, наверное, я вас убедила. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.